В Госдуму внесен законопроект, который запрещает усыновление российских детей-сирот родителями из недружественных государств. Уточняется, что запрет может быть снят в случае, если страна перестанет проявлять агрессию в сторону России. Эта тема традиционно вызывает дискуссии в обществе. Поддерживают ли жители Твери данную инициативу? Об этом вы узнаете из нашего следующего материала выпуска. На сегодняшний день процедура усыновления ребенка сопряжена с рядом сложностей. Будущим опекунам необходимо пройти ряд проверок, предоставить информацию о своих финансах и многое другое. Ситуация обостряется, если речь идет об усыновлении за рубеж. Жители Твери поделились своим мнением о том, одобряют ли они вывоз русских детей за границу или нет. Лучше, наверное, за рубежом, чем в детском доме. Я так думаю. Ну не знаю, сейчас же плохо относятся к русским за границей. Вдруг они будут их обижать. Пускай все гуляют, где хотят. Если хорошие это самое условия создают, какая разница в какой стране. Ну а зачем наших русских детей отправлять за границу? Что, у нас своих семей нету, что ли, таких? Как показал опрос респондентов, однозначного ответа по этой теме нет. Одни боятся за безопасность детей в связи с их национальностью, другие, наоборот, считают, что важны лишь хорошие условия вне зависимости от страны предполагаемого проживания ребенка. Остается только дождаться решения Государственной Думы и уже тогда узнать, запретят ли усыновление русских детей за границу или же нет.